Так, тут, в принципе, растения довольно простые против меня будут. Поэтому можно особо не париться. Давайте возьму вот так, вот так. Нужен ли мне орех? Можно взять, потому что они стреляют. Золотая ромашка. Я слышал то, что вот эти ромашки стоит брать в режиме бесконечной игры, и тогда они реально много денег приносят. Типа, чем дольше ты играешь, тем больше они денег приносят. Не знаю, правда это или нет, потому что я не такой уж эксперт в ПВЗ. Что бы еще взять? Можно шипы взять. Мину возьму тоже. Еще один слот. Ну, зернопульту. Она крутая очень. Ready, set, plant! О, Доратос пришел. Здорово, Доратос. Как ты там? Пережил Новый год? Продавать есть смысл только, когда все слоты под растения переполнятся. Понял. То есть растущие цветочки дают гораздо больше, да, профита, чем уже растение, которое выросло. Прошу прощения. О, боже. Блин, блинский новый значок через один месяц. Он не успеет взорваться. Это плохо. Мины такая херня на самом-то деле. Слишком быстро меня ломают. Офигеть. Они сейчас сломают орех полностью. Блин, это довольно сложно. Типа только начало, мне уже все ломают. Обидно. Ну, я пока орех здесь поставить не буду. Пока что так и оставлю. Так. Погнали. Два ряда подсолнухов сделаю, потому что чувствую, денег мне не хватит. Давайте сразу посажу сюда мину. Чтобы кто пойдет на этой линии, взорвался. Снукер! Ореха нет, это плохо. Давайте тогда сделаем вот так. Снукер, спасибо огромное за 5 месяцев подписки. Скоро у тебя будет новый значок. Замечательный, красивый, такой же, как и ты. Спасибо огромное за поддержку. Блин, здесь, возможно, снесут подсолнух. Ну ладно, типа, одни больше, одни меньше. Не так критично. Давайте еще одну мину сюда посажим. Но они вроде дамажат очень мало. То есть гораздо меньше, чем я дамажу. Так, я такое ощущение, что он на что-то забыл ответить. А может быть, мне кажется. Не знаю. Снесли, кстати. Звука не было, когда грызут. Видимо, просто выстрелами убил. Погнали через шипы играть. И последний подсолнух тоже. Вот это проблема. Вот это проблема. Надеюсь, он его убьет до того, как он до мины дойдет. Да, замечательно. Фак. Не, прикольный режим, реально прикольный. То есть тут со старта нужно гораздо быстрее думать. Причем это одни из первых миссий, по-моему. А у меня уже какие-то проблемы возникают небольшие. Надпраймер, здорово. За сколько примерно Hollow Knight проходится? Часов 30, наверное. Зависит от того, сколько контента ты хочешь в игре анлокнуть. То есть ее можно и часов 40 играть, а можно и 50. А можно и 100, если ты собираешься проходить игру без смертей там и всякое такое. Но вообще, типа, примерно, приблизительно часов 25, 30, 40. Опять же, еще зависит от того, какой у тебя навык игры. В принципе, это... А, это не последняя волна, тогда я поторопился. Тогда я слегка поторопился. Я думал, это последняя волна почему-то. Здесь, конечно, кривовато все стоит, но главное, чтобы эффективно было. Красота меня сейчас не так сильно волнует. Долго стрим планируешь? Да вряд ли. Я бы еще в Battle Riot с Фиашем поиграл.
Что со вторым каналом решил? Да ни хрена еще не решил. В том-то и дело. Я сейчас хочу попробовать просто стримы целиком заливать и не париться. Ну что, привет, что ли? А ты видел видео Листова, как онлайн каплик подрубить? Да, я видел. Я, конечно, ни на что не намекаю. Удачи всем в новом году, кстати. Я и до видоса знал об этой теме, я хотел тоже сделать ролик насчет онлайн-коопа, но потом смотрю, неистов сделал, типа, какой же смысл мне делать, поэтому решил нихера не делать. Я в курсе, мы и с Архонтом планировали закоопить, и с Вудкоком планировали поиграть, но в итоге я еще ни с кем не коопил в ИТГ, потому что, наверное, уже не такой прям лютый интерес к игре, как раньше, и я играю на поксах. Давайте вот так сделаю, все-таки, чтобы было покрасивее. Закончу по фэншую. И можно эти поставить. Катапульты. Спасибо большое, Ктулху, за донат. Приветик тебе. И за удачу в новом году тоже спасибо. Короче, насчет второго канала я сейчас... немножко реабилитируюсь после Нового года, потому что я себе график слил капец как жутко, я просыпаюсь, ничего не делаю. И, впрочем, провожу весь так день. Я хочу попробовать просто заливать целиком стримы, без обрезания их на серии. То есть вот, ПВЗ там я полтора часа отстримил, полтора часа на канал и залил. Если всех так устроит, то тогда я буду так делать. Если нет, тогда буду дальше напрягать людей, чтобы за меня монтировали. Пока что я хз. Второй канал — это самая неопределенная штука за все время, что я провожу в интернете. Сам-то хорошо с родственниками отметил, долго сидели. Там гораздо интереснее был на самом деле этап подготовки. Когда там мясо жарил, когда брат салаты готовил, всякое такое. Нормально отметил, как обычно. Ничего сверхъестественного, но довольно приятно. У меня уже нет какого-то прям... супер такого, знаете, новогоднего настроения или особого отношения к этому празднику. Оно с возрастом как-то несколько иначе ко всему этому относишься. Ну, конечно, еще зависит от характера человека. Вот, красиво все я построил. Так часовые ролики отталкивают же? Я не спорю. Но, типа, те, кому надо, зато посмотрят. Тут как посмотреть на самом-то деле? То есть я в Cave Blazers поиграл час, я и залил. То есть иногда забег в Ганжене или в Айзеке тоже длится час, но при этом это смотрят. Сложно, сложно. Привет. После Нового года осталось немного деньжат. Решил закинуть тебе. Спасибо за стримы. Ой, не туда. Это все, что ли? Привет, Тижоп. Как твои носки? Окей, можно ливать отсюда. Какую игру планируешь проходить после ПВЗ? С Новым годом. Да блин, что ж я туда-сюда тыкаю, как аутист. Некоторые, я говорю, типа, чуваки, которые имеют мейн-канал и стримят, они говорят, что это... Господи, не говорят, я немножко чат читаю и пытаюсь формулировать какое-то предложение. Короче, они тупо прям целиком стримы заливают на второй канал и при этом это смотрят. То есть Куплинов, Снейлкик, я видел то, что они просто именно полностью стримы заливают. Же те, кому надо, это очень мало человек, основном те, кто... Чё ты несешь, пипидорка, я тебя вообще не понял. Я тебе могу сказать, что капвик тема очень интересная. Да и прошлое культиста клёвое. Да и я очень люблю культиста, угадайте, блин, почему. Пипидорка, я тебя совершенно не понял, что значит делай контент для более широкой аудитории, что значит... Чё ты... Я не понял тебя.
Acid Skull, спасибо большое за донат. Спасибо большое. Мистер Полешка, как твои носки? Нормально, когда Террария, когда 1 000 000 просмотров на полном разрушении мира. Какую Игорию планируешь проходить после ПВЗ? Я планирую много игр проходить, но пока ничего говорить не буду, чтобы вы меня не доставали. Спасибо, мистер Полешка. И Ктулху. Кооп, господи. Прошлое культиста полная херня. Я с другом, когда играл, мы дошли до прошлого. Там просто кончаются патроны, и вы не можете закончить дуэль. Поэтому мы просто одновременно спрыгнули в яму. То есть мы стрелялись... друг по другу не попадали, и в итоге у нас просто закончились патроны в револьверах. Это такая большая недоработка, глупая. Прям супер странная тема. Спасибо. Ктулху, погнали в боулинг. Я очень плохо умею формулировать свои мысли, но ты попробуй более понятно мне сказать. Что ты имел в виду? Я просто не понял, что ты хочешь от меня. Что значит контент для более широкой аудитории? Я типа воспринимаю это как какие-то трендовые ролики современные, которые нужны людям. Я типа делаю то, что мне нравится. Может быть, ты вообще что-то другое имел в виду, я хз. Тут имеет смысл эти орехи пускать, когда уже несколько зомби на экране, чтобы они рикошетили. Правда, у меня все равно рикошеты не получается, но ладно. Хер с ним. Ну вот, получилось первый раз, вау. Только я взрывное потратил, тут сразу чувак с ведром. Давай вот так, может быть, зацепит. Да, замечательно. Но эти миссии должны быть простые. За что мои сообщения проверяются модератором и еще не отправлено? Это автоматическая тема Твича. Ее можно отключить, может быть, как-нибудь отключу ее, но пока хз. Если ты подпишешься, то такого не будет. Диджей, собери фулпати в батлрайте и поиграйте за Иву, Изма и Ашка. Бомба-комбо? О, это предложения интересные пошли. Мне не особо нравится в батлрайте 3 на 3, там слишком жесткий хаос происходит. 2 на 2 гораздо более тактичный, как по мне. Это проблема, кстати. Это проблема небольшая. Давай, 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 давай. Господи, просто на волоске. На волоске взрывные, потому что нужно беречь, а не так тратить, как я их трачу. Что это за рикошет был странный очень. Диндон Гандон, привет. Как дела? Хорошо дела. Ой, ты же мой, которого я делал, господи. Какой красавчик. Так, вот сюда кину, и сейчас будет супер красиво. И вот сюда тоже будет супер красиво. И, в принципе, волна пройдена. Вы нашли растение для вашего сада дзен. Охренеть, мини-игры, это просто великолепная вещь. И можно за черту? Серьезно? Да, вот это ты играть не умеешь, если они тебе за черту заходят. А, ну да, газонокосилки стоят, видимо, я смогу даже допустить их очень далеко. Если так сделаю, то отрикошетит. Боже мой, за рикошеты дают дополнительные деньги. Теперь у меня проблемы. Небольшие, на самом-то деле. Еще посмотрим, что будет, когда он за черту зайдет. Ничего не будет. Имеет ли смысл уже? Да, имеет. Не трогай мою газонокосилку, за нее дополнительные деньги, наверное, дадут. Хотя не факт. Взрывных ни хрена нету. Охренеть, волна огромная. Я так понимаю,
в этом, в мини-играх только один этап, да? То есть в пазлах было много левелов, а здесь только один уровень. Поэтому он изначально довольно сложный. Ты играл в Castle Crushers, если нету, поиграем с кем-то на стриме. Я проходил Castle Crushers раза 2-3, но я бы прошел еще раз на самом-то деле на стримах. У Лёши, короче, сейчас ожог руки, поэтому он немножко не в состоянии играть. Когда выздоровеет он, я думаю, все-таки можно такое слово в данной ситуации сказать. В общем, когда он, у него рука заживет, я, может быть, с ним пройду. Как мы проходили Viking Squad на канале, так мы пройдем Castle Crushers на стримах. Но это пока это такое, типа, знаете, это планы, планы. Возможно, ничего подобного и не будет. Дабл килл. Охренеть, здоровая волна. За газонокосилки всегда давали денег? Ну, тут просто мини-игра, я хз, будет ли здесь давать. Ну, посмотрим. Хотелось бы, конечно, сохранить как минимум для себя. То есть, даже если за это ничего не дают, приятно пройти, когда у тебя все осталось. Это значит, что ты, типа, прошел довольно неплохо. Так, ждем. Погнали. Ой, случайно опять за рамки экрана нажал. Я уже привык, кстати, играть в маленьком окошке. Стримы Лолу по Лолу будут когда-нибудь? Каждый раз, когда я стримлю Лол, ни тебя, ни Исита на них нет. Не, ну Исит, может быть, и был, а тебя точно на них не было ни разу. Причем я стримил Лол, когда ты уже о моем канале знал. Так что, ну тебя в баню. Финальная волна. Сразу пущу, чтобы как можно больше взорвать. Это пока трогать не буду. Не подходите, ПЖ. Надо этого снести, потом сюда взрывной орех. Ёлки-палки. Отстой. Привет, ты, Джой. Приветик. Ты будешь еще играть в Айзека. Стой, 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 газонокосилка. Живи. Живи, пожалуйста. Так, сюда три ореха нужно. Почему Лола, не Дота 2, ни во что из этого не играл, не подумай. Когда я начал играть в Лолет, с Доты 2 еще даже не было. Поэтому... Да и... Просто как-то брат поиграл в Лолец, я такой думаю, вау, прикольная игра, поиграю сам. Поиграл, мне очень понравилось, и вот, типа, со второго сезона херачил. Сейчас мне из моба игр нравится Battle Riot. Вот, Лолец, я не знаю, типа, там столько всего меняется, и он совершенно не заходит ни на стримах, ни на роликах, поэтому как-то отталкивает. Супер Ван, здорово. Мурзик, спасибо огромное тебе за 50 рублей, ты будешь еще играть в Айзека. Проблема Айзека в том, что там нехер делать, вот серьезно. Там абсолютно нечего делать. Там нет ни ачива, которые я не получил, ни контента никакого. Бустерпаки не особо интересные, то есть они не дают какого-то реально контента, чтобы тебе заново хотелось проходить Айзека. На данный момент в Айзеке делать нечего, но иногда я его подрубаю чисто по фану. То есть там 1-2 раза в месяц. Привет, поиграй в Cave Blazers, платформенный рогалик со своей стилистикой. Я его стримил на позапрошлом стриме, по-моему. Го Шифти, ты вроде говорил, я прошел Мистер Шифти на позапрошлом стриме. Фига прикольная тема. Фига прикольная тема. Господи, эта игра меня удивляет каждый раз по-новому. Сейчас пропадать начнет, я возьму. Эта игра, она очень крутая. Казино на стриме, Азина, все, погнали. Пустяшок, может быть, уток? Не, не особо хочу.
Вот так нужно идти к компании, а компанию собирать долго, да и... короче, не. Если говорить коротко, то просто не. Сколько там нужно солнца собрать? 2000? Блин, эта игра, она офигенная. Реально. Наверное, одна из таких показательных инди-игр. Знаешь, Faster Than Light? Да, знаю. Но не играл. Дайте уже цветок. Чёртов рандом. Круто то, что оно еще и скорость атаки замедляет. Я рад, что ты обожаешь эту танцующую милую черепашку. Так, у меня здесь трабл небольшие. Трабла больше нет. Немножко криво буду сажать, но что поделать. Не время для симметрии. Будет стрим, где ты играешь с подписчиками? Были такие стримы? Такие стримы уже бывали. Просто вы их пропускаете. Какую оценку дашь Cave Blazers? Я просто отсутствовал, когда ты стримил его. Можешь посмотреть на втором канале. Можешь глянуть, что я там сказал. И поймешь. Гов квака, если честно, мне сейчас квака не доставляет удовольствия почему-то. По крайней мере, Champions. Что-то у меня как-то желание в шутеры играть немножко пропало. Раньше, помню, каждый день херачил, прям супер интересно было, играл хорошо, а сейчас и играю плохо, потому что не практиковался очень давно и как-то интереса нет. Замечательно, наконец-то еще одно. Растение, дающее солнце. Что можно взять из Индии за 500 рублей, смотря что у тебя есть в Стиме. Если бы я знал, какие у тебя игры есть и каких у тебя нет, и что тебе нравится, я бы мог тебе что-то посоветовать. Хочешь в ВК, отпиши, я тебе потом чем-нибудь посоветую. Прикольный ник у чувака, да, Эндрю? О, бой! Джекпот, ребята, джекпот. А, вот, 2000 солнца надо. Чатик, у меня одного стрим лагает даже в 160p. Попробуй на ютубе посмотреть. Если там тоже будет лагать, значит, у тебя проблемы какие-то. Повышай ставки. А можно, кстати, реально поднять? Не, поднять никак нельзя. Жаль, было бы прикольно. Чтобы можно было в любой момент слить. Ненавижу эту мини-игру, ибо именно в ней мой отец потратил все сбережения. Какого черта, это слишком грубый юмор. У него волосы становятся белого цвета, когда он замораживается. Если лагает, нажмите F5, но это может не помочь, это просто обновить страницу, и все. Так, ну, половина у меня уже есть, возможно, я ее солью. Жаль, что оттуда не может зомби выйти. Да, было бы забавно. Знаешь игру Darkest Dungeon? Знаю, но что-то как-то она меня не зацепила. Ни на чужих стримах, ни на моих стримах. Она больше, как по мне, для соло-игры, а не на стримах. Ну, конкретно для меня. То есть, все многие стримили, я понимаю, и все такое, но... конкретно мне на стримах в нее не особо комфортно играть. Хотя говорят, что прикольная тема. Вот вам еще один орех. Депрессивный саундтрек? Да нормальный саундтрек, че ты? Это ты просто депрессивный, вот тебе и саундтрек кажется депрессивным. Привет, Никит. Когда террария, я же только говорил. Только-только говорил недавно. Помнишь DLL? Это я, здорово, DLL. Я тебя помню. Где пропадал, как жизнь?
Чтобы это, если выпадет три одинаковых, а выпадало хоть раз три одинаковых? Может быть, дадут кучу солнца, как в прошлый раз? Не-а. Или да, не знаю. Депрессивный стримлер? Нет, стримлер вполне веселый, по-моему, сегодня. Это на прошлом стриме после Нового года я был капец убитый. Типа, я, скорее всего, из-за этого даже не буду заливать блит на второй канал. Я там такой вообще разваренный был. Очень простая мини-игра, но очень фановая. Так, нужно немножко... А, ну, все, я прошел. Ничего тогда не нужно. Аригато в хату. Бисюни. О, май. О, май. Это где мерцает все, да, по-моему? Дождь из семян. Так, тот самый парень, спасибо большое за 100 рублей. Нет, я не буду играть в транзистор, мне не особо понравилось. Давно не было на твоих стримах. Как жизнь молодая. Че, теперь будешь проходить весь ПВЗ по максимуму. Удачи. Да, я прошел бы ПВЗ на 100%. Я не знаю, когда мы это сделаем, но потихонечку, помаленечку, может быть, добьем. Типа, тут ачивки очень простые, и мини-игры тоже довольно простые, зато забавные. Вот, от них кайфарик ловишь. Тот сам парень, огромное спасибо тебе за сотку. Здорово, здорово. Кирилл Флейм, тебе тоже спасибо за донат. ЛСД Героин, 50 битцов. Как Новый год провел? В кругу семьи. Ты говоришь, что тебе довольно давно подарили Night in the Woods, и ты хочешь ее пройти. Поправь меня, если я ошибаюсь. Да, мне Хахин дарил Night in the Woods очень давно. Когда-нибудь я ее пройду. Помнишь меня? КП, а ты предохраняешься, чтобы не заболеть. В каком плане предохраняешься, чтобы не заболеть? Что ты имеешь в виду? Давай начнем с этого. Это звучит немножко не так, как хотелось бы. Если ты понимаешь, о чем я. Спасибо, мистер Полешка. Да, я по утрам, когда просыпаюсь, делаю зарядку. Закаляюсь холодной водой, ем чеснок, лук. Поэтому чувствую себя здоровее всех. Спасибо за донат. Там двойной подсолнух только с одной стороны? Где-где-где, вы про что? Он же сразу взорвется, да? И кратер оставит. Надеюсь, я не туда поставил. So bad, so bad, что делать? У меня проблема. Зацветает сакура. Решил народ за бесплатно в дискорд 31 попасть. Суса. Как же надамажит много, господи. Ицхайнун, спасибо большое за скины. Спасибо тебе огроменное. Сейчас, погодите, я открою скин донат, чтобы я видел, кто мне еще кидает. Потому что Хайнун закинул, а я не увидел, точнее, не расслышал до конца его сообщения. Зацветает сакура, решил народ за бесплатно в Дискорд 31 попасть. Кстати, да, я же ссылку вам еще должен на Дискорд. Мне тогда не напомнили, короче, я забыл. Честно. Если мне напомнит, я как-нибудь в паблике сделаю ссылку на полчаса, чтобы все могли заходить. Какой-то промежуток времени точно. По-моему, я просто так этот гриб ставлю и все. В ВЗ есть ачивка использовать только грибы, кофейные бобы один день. Скинешь приглас в Дискорд, я просто забыл почту от аккаунта и пароль. А ты будешь вообще на стримы приходить? Потому что у тебя типа внезапно год не было, и ты говоришь такой, привет, я тут вернулся, можно ссылку на Дискорд? Ну хочешь, попроси у монтров, я думаю, они тебе дадут. А вообще, можешь типа в паблике ждать, я скоро сделаю ссылку для всех доступной на какой-то промежуток времени. Как я уже говорил ранее. Вот. Вот. Компот. Столько рандомных растений дают, вообще жесть. О, привет, сенпай, что делал сегодня утром, хихи? Сегодня я спал до 5 вечера. Поэтому для меня утро не так давно закончилось.
Стоп, если мы ломаем черепашку, то получается она голая? Что в этом такого? Это же черепашка, ей можно. Где урона мало? Здесь. Почему так и не было стрима с Архонтом? Да будет еще? Господи, моя... А! Я случайно это сделал. Постримим с Архонтом обязательно. Но у него, типа, там сейчас сессия была. Я последний его подкаст смотрел. И он до Нового года, типа, вообще не планировал ничего делать. Поэтому я ему не стал писать. Освободиться, как появится время, типа, без проблем закопим. Я не знаю, типа, мы точно будем в Ганжин копить. Пускай пока моя мина еще живет. Тем более, я двоих, по-моему, вынес. Минус пенек. Постримить с неистовым, лол. Но можно и с неистовым постримить. Давайте сначала с Архонтом постримлю, а потом уже с неистовым. Если он захочет. Мне бы сначала со всеми делами своими разобраться, потом уже стримить с ребятами. Ты будешь до старости стримить? Ну, пока я вам не надоем. Прикольно. Кстати, в Steam есть игра под названием Хентай. В Steam, в принципе, очень много хентай. Жалко, что нельзя кооп в ТГ из трех человек. Там из двух человек начинается полный трэш. Постримим с ГГГ геймом? Да, на самом деле, с ним можно постримить. Только он кроме Террарии вроде ни во что не играет, поэтому. Поэтому, видимо, не повезло. Unlucky. Я сейчас на стрим к Неистову и спрошу у него, хотел бы ты постримить с Тиджеем. Я потом сейчас с ним сам могу переговорить. Типа, он у меня ВКонтакте в друзьях есть. Будет стрим по ТФ2. Я уже говорил то, что я бы поиграл немножко в ТФ2. По фану. Какой долгий левел, охереть. Только четверть прошли. Нет, треть. Будет ли новелла на стриме на канале? Я бы послушал, как ты озвучил Никачан или ГГ. Я недавно сидел стримил, и мне предложили поиграть в Валхалу. Боже, как я рад тебя видеть, хоть что-то хорошее за день. Что случилось, Арби? Рассказывай, почему ты грустишь? Так много нового, кстати, глядел твои видосы по Cuphead, знатненько орнул. На втором канале, что ли? По-моему, донат слишком громкий, уши режет немного. По-моему, нет. Либо уже я привык к нему, но, по-моему, он не такой громкий, как некоторые другие донаты. Типа, водка пива на 500 рублей гораздо громче, чем черепашки. Она просто, если не ошибаюсь, немножко бас-бустит, поэтому, возможно, там сам по себе звук такой. Когда ты F2. Эх, Хантер. Минус шипы. Гласапер мне не нравится сапер. Я примерно понимаю, как в него играть, но он типа не веселый. Давайте вы к Витьку с сапером. Как ты относишься к Diablo 2? Ну, типа, в свое время я немножко играл в него, но я был довольно молод, чтобы осознавать всю крутость игры. Я и в первый Diablo немножко играл с этого, с PlayStation, когда он у меня был. Водка пива, меня в овощ превратила. Эй, там не так. Это уже другая совсем строчка.
Куда бы гриб засандалить, а? Все, он пропал. Ну и хер с ним, не жалко. Steam игру покупал или в Ориджине взял бесплатно? У меня есть бесплатная версия ПВЗ в Ориджине, которую я брал года два назад, может быть, даже позже. Но типа... Типа Ориджин говно, сори. Я не знаю, что с этим орехом делать. Вообще, ни малейшего представления. О, чуваки, давайте без советов игр, пожалуйста. Вот прям супер сложно. Это гораздо больше требует времени, чем вам кажется, чтобы понять, что вам посоветовать нужно. Сегодня будет бесконечное выживание, посмотрим. А я же вроде проходил его, разве нет? Его там можно пройти. Как же ты надоел, урод. Хватит воровать мои классные растения. Go Cat Quest. Я как-нибудь поиграю в Cat Quest. Не факт, что буду полностью проходить, но поиграть я хотел давно. Не стал думать, что стримить. Кстати, в Тромбо я с ним поиграл. Вот, вместо Ганжина. Мне просто не хочется париться с коопом Ганжина. Блин, лук почти съели. Чеснок, чеснок. Он уж такой милый стал. Посмотрите, какой он был, какой он стал. Жаль его. Такая странная миссия. Тут типа просто рандомно сажаешь растение, ты выиграл. Будут другие игры на стриме, и как там твой инет поживает? Инет поживает нормально, если не трогать кабель его. Еще будет Battle Ride с Фиашем, если он согласится. Типа, он сейчас калибруется в Overwatch'е. В Ганжине Кауп добавили? Нет, в Ганжине Кауп не добавили, просто там можно через... Nvidia Experience играть. Уважаемый Ти-Джей, почему вы такой крутой стример? Ответьте, пожалуйста, я вдохновлялся лучшими стримерами Рунета. Сойдет такой пафосный ответ? Но если Фиаш не захочет, ты завис ли че? Почему, когда я в Дискорде вас зову играть в Battle Ride, никто не соглашается? Вы че, рафлите? Как сосиски жарить. 1. Режем их колечками. 2. Масло на сковороду и на сильный огонь. 3. Кидаем сосиски. 4. Жарим до жесткой бордово-красной корочки. Итог. Вы прекрасный повар, но еще нужен консервированный горошек. Ни за что. На сильном огне она может только снаружи прожариться сильно, будет корочка, но внутри она может быть не особо-то и кайфовая, поэтому я бы не стал сильно огонь ставить. Хотя... Ну, типа, я сам частенько жарю на сильном огне, потому что мне впадло долго ждать, но вообще желательно на сильном огне не готовить, по-моему, сосиски. Хотя, если колечками нарезать, тогда оно... Ну, в принципе, колечками, ладно, окей, сойдет. Тут придираться не буду, я что-то забыл про колечки. Спасибо, аноним, за донат. Пугалка. Я понятия не имею, почему у тебя вылетает игра. Нажми и перетаскивай растения, чтобы выстроить их в ряд из трех. Да фак? Чё за странная тема? Собирай сенс, чтобы улучшить ваши растения? Чё это такое? Сделай 75 совпадений, чтобы пройти уровень. Вау. Это странная херня. Это реально странная херня. Это, конечно, прикольно, но странно. Эта игра умеет удивлять. Я не проходил эти игры просто. По-моему, когда играл, их вообще не было.
А может быть и были, кто? Я уже не помню. Слишком много магнитов, я бы хотел от них избавиться. Улучшить стены орехи? Ну давайте. Кайфарик. Они теперь такие огромные, то что я немножко путаюсь в растениях. И не вижу, что нужно перетаскивать куда. Это херово. А это что такое? Перемешать растения. За 100. Дороговато. Старкрафт 2 на стриме, хватит троллибасить. Я не играю в Старкрафт. Чё-то я не вижу ничего. Чё-то я долблюсь в глаза, если честно. Я реально не вижу, какие растения нужно двигать. А, подсвечивается даже со временем. Кайфарик. Для таких дебилоидов, как я. Какая дружелюбная игра, она даже помогает мне. Ту-ту-туру-ту-ту-туру-ту-ту-ту. Когда наверху... Наталья, отстаньте! Когда ретро-стримы... Господи, какие они огромные становятся. Это только отвлекает, серьезно. Так, чё куда? Магнит. Давайте перемешаю. Когда перемешиваешь, вау. Комбо-вамбо. Они же когда стреляют, начинают, тоже глаза немножко плывут. Ну, это опять же фановая херня, то есть тут проиграть, наверное, нереально. Блин, я опять вспомнил про замечательный мод на Oblivion. Underrun Axis. Чё-то захотелось пройти так его. Я в террарии строил корабль в пустыне из него. Как Новый год отметил. Приветик, приветик. Как дела? У меня отлично, чтобы не было байтов всяких. Байты ты вонючий. Ща, погоди. Куда что? Сюда. Миссию пройдет, и отвечу на все. Тут немножко осталось. Это было супер просто, но довольно фаново. Когда гайд, как капнуть даймонд в батлрайте... О, ты теперь даже так говоришь, а не платина вонючая. Это приятно. Здорово, Кинза. Тот самый парень. Я уже отвечал, как я отметил Новый год в кругу семьи, и в целом нормально, я доволен. Что думаешь по поводу Ultimate Chicken Horse? Я не знаю, что это за игра. Спасибо за 30-ку и скелет, здорово. Чтобы не было байты всяких, байтер ты вонючий. Да блин, чё ты ругаешься, блин? Я же просто выпрашиваю немножко у тебя донатов, и все, в этом ничего такого нет. Спасибо большое, скелет. Чё это за миссия? Невидимые зомби типа будут или что? Хоть какие-то намеки будут, где они идут или нет? Окей, это чё-то странное. У меня заморозка есть, это нормально. Гуганжин давно не было? Давно не было. На прошлом стриме был, привет. Окей, да, зомби абсолютно невидимые. Чё за херня? Это прикольно будет. Ultimate Chicken Horse очень ржачная игра, можно закопить, я тебе в Discord ссылку кину. Я, по-моему, видел ее в стриме, но я типа хз.
Brotherhood. 111 смеш. Окей, понял. Комиссар Аркадиус, спасибо большое за донат. Хз, хз, я пока что к ретро-играм пока что не особо возвращаюсь. Посмотрим, может быть, когда-нибудь пройду, но пока обещать ничего не буду. Она есть в списке на прохождение в таблице Гугла, но что-то мне так впадло, если честно. Здесь проблемы большие. Больше проблем нет. Спасибо, комиссар, за донат. Снизу, наверное, идут уже. Если тут поплывут, то это жопа полная. У меня ни одного растения тут нет. Хватит уже писать про голую черепашку, которая моется. Это не смешно. Остановись. Что насчет шестой цивилизации? Не особо люблю стратегии. Я слишком глупый для них. Капа-капа. Ты катал в Обливион, значит, ты заценивал Моровинд и Fallout 1-2. Я играл в Моровинд совсем немного, может быть, часа 3, потому что больше у меня возможности не было. Я играл с очень слабого ноутбука, это была одна из немногих игр, которая могла на нем пойти. А в первый и второй Fallout не играл, но они у меня есть, и я наслышан о них. Говорят, что, типа, второй Fallout лучшая игра в серии. Элдак, здорово. А здесь было или здесь? Окей, я попал. Вот вопрос, когда гайд на Рюкана в Батлрайте, то я на нем залипаю 80% игр и понять не могу, правильно я играю или нет. А что гадить на Рюкане, типа, не миссой, заряженной атакой и попадай хуками? Попадай по кэмами. Все, что нужно делать на Рюкане, это попадать скиллами, тогда ты будешь сильный на нем. Но типа, опять же, мне кажется, Рюкан далеко не самый сильный персонаж в Батлрайте на данный момент. Есть ребята и посильнее. Типа, зачем Рюкан, если есть имбалансный Торн? Зачем Рюкан, если есть имбалансный Рук или Фрея? Привет, Саня, привет! СНГ. Люблю Рому. Пока. Ультра Трэш Халва. Спасибо большое за 30 рублей. Тебе тоже с Новым Годом. Надеюсь, Рому любишь Вейк, который... О, нет, фанбой Хиппи Вульфа, помогите! Не надо кидать ссылку на видос с черепашкой, потому что бот ее автоматически удаляет. Ну, не бот, а сам Твич, по-моему. Надо в настройках поправить это как-нибудь потом. Рукам прикольный, короче, в батлрайте, но хз. На нем нужно гораздо лучше играть, чем на других персонажах, чтобы быть полезным. Лоликон с черепашками капа прили будет ли что-то помимо ПВЗ. Добавь в ВК. Нет, я в ВК не добавляю никого, кто меня просит. Я в ВК добавляю только тех людей, которых я хочу добавить сам. И с которыми я буду общаться. Или те люди, которые мне нужны в друзьях. Просто так я никого в друзья не добавляю. Ашка, это немного имбаланс? Нет, это не имбаланс. Обычный рейнджовый неплохой герой, как и все остальные. Спасибо, Фостик ДЛЛ. После ПВЗ, возможно, будет батлрайт, если Фиаш подкатит. Если не подкатит, то чем-нибудь еще будет. Давай меня в ВК. Я, кстати, тебя добавлял в ВК или нет? Я не помню. Я тебя точно видел в друзьях у всех остальных, но я не помню, есть ли ты у меня в друзьях. Добавишь в ВК, добавишь... Чего вы пристали? Алисия имбова, имба из рейнджевиков? А, не совсем согласен. Типа, я играл против алмазных Алисий. Случайно поставил? Не туда, не заметил орех. Привет, Тирч. Не часто смотрю стримы, но твой второй канал смотрю 2-3 времени на ютубе. Удачи тебе. Фига себе, блин. Приятно слышать на самом-то деле. Радует, что хоть для кого-то эта херня полезная.
Тот грызет. Это плохо. Хорошо, убили. Какая же долгая миссия, черт побери. Спасибо, Влайс, большое тебе за донат. Я взял на рука на два прыжка, и курс от них, по-моему, заходит. Я раньше также играл, но потом немножко переделал билд. Я убрал курс с прыжков. Я взял увеличенную длительность сайленса на заряженную автоатаку, потому что это надо брать полюбас. О, это плохо. Бери, короче, на заряженную автоатаку длительность сайленса. Это 100%. Остальное по своему усмотрению. Я еще брал дэмэдж с ПКМа. Че еще брал? Отхил с врагов под курсом. Еще какую-то херню. Что-то у меня проблемы конкретные. Эту линию снесли прям тотально. О, шоколадка. Прикольно. Назови самую бесполезную вещь в мире, но не знаю даже. Был бы список, из которого выбирать, было бы гораздо проще. А так сходу назвать ничего не могу. Есть смысл начинать снимать террарию на YouTube, дай совет. Да, вполне есть. Она все еще заходит. Не так хорошо, как раньше заходит. Немножко хуже, но она все еще супер актуальна. Это как Don't Starve. Я немножко лажанул. Всегда мечтал это сделать. Террария это как Don't Starve, как Майнкрафт какой-нибудь. Она еще долгое время будет актуальной. Блин, как бы он не заехал на всю мою линию. Он же задавит просто, да, орех? Ну да. Смысла никакого нет. Они его убили, вау. Че тут делать? Не знаю. Пускай пока орех стоит, потом может быть чем и дадут клевое. Только на этой линии кто-то остался. Я не знаю, сильный или слабый моб, потому что я его совершенно не вижу. Видимо, сильный, потому что дамажит нормально. Охренеть. Минус газонокосилка. Сойдет, сойдет.